просто бывает такой момент, наступает какой-то врач. Думаешь, сейчас она переживает, она почему у нее такая реакция? Ну, раз она вот это все делает, значит, ей дискомфортно от этого. А ты никак не видишь, что, возможно, вы можете сойтись, нет? Все? Вообще никогда не хочется. Слава Богу, наконец-то, ну. Ребят, это случилось. Ну, это не то. Просто нет, это не твоя заслуга. Естественно, не моя заслуга. По поводу Грэн, ты что думаешь? Ты же понимаешь, что это не твой человек. Я как бы, ну, хочу, чтобы ты была счастлива там. Желаю тебе искренне, чтобы у тебя реально все сложилось, но... Ты же сама, вот как ты сама чувствуешь, что по каким параметрам этот человек тебе там подходит и по каким не подходит. Вот, например, я просто, к примеру, да, у нас там с Настей там много общего. Я понимаю, что она мне подходит больше, чем у нас с тобой коннект в плане там. Мы с тобой были разные люди. И, видимо, изначально наша песенка была спета. Ну да. Потому что я такой же, как бы, там, тот образ жизни, который я вел, и вообще в целом, там, моя модель жизни, она тебе не нравилась. То есть я понимал ее нормально, а ты воспринимал не очень. И тут то же самое примерно. Вот у вас с Грантом. Ну да, но сам факт того, что он, ну, мне кажется, это место...